Здравствуйте, уважаемые зрители! 2021 год стал настоящим звездопадом для российских артистов. Практически каждый день приходят печальные новости. Сейчас эпидемия вируса вспыхнула с новой силой. Многие известные люди ведут борьбу за жизнь на аппарате ИВЛ. Поэтому берегите себя и своих близких. Соблюдайте меры безопасности и старайтесь не посещать больших скоплений людей. Сегодня стало известно, что в четверг 1 июля умерла Любовь Емельянченко. Советская и российская актриса, которая была женой и музой сценариста и автора фильма «Бумбараш» Евгения Медько. Причиной смерти актрисы стали последствия заболевания коронавирусом. Отмечается, что в фильмографии актрисы свыше 50 фильмов, среди которых такие шедевры, как «Наше признание», «Хозяйка детского дома», «Возвращение броненосца», «Две судьбы», «Под ливнем пуль», «Агония страха» и другие. Ее последней работой стала незаметная роль в новом российском сериале «Угрюм река», которая подчеркивала яркость главной героини. Многие известные люди выразили свои соболезнования родственникам актрисы. Среди них Борис Корчевников, Федор Добронравов, Александра Пахмутова, Алла Пугачева, Максим Галкин.